Рашид Тимрезов поздравил с вековым юбилеем труженицу тыла Изаула Кубина Цуцу Коговну Дагужиеву. Жизнерадостная, мудрая, преданная своей малой родине и всей России наша землячка. Бесспорный пример трудолюбия и любви к ближним и истинного патриотизма написал в своем поздравлении глава республики. Виновницу торжества в день рождения посетило много гостей. Дети, внуки, правнуки, руководство Абазинского района и общественные организации. С юбиляром пообщалась и наша съемочная группа. Альбина Курочинова-Кенжева узнавала секрет долголетия бабушки. С раннего утра поздравить бабушку Цуцу спешат все близкие, родные, соседи и друзья. Накрыт большой стол, чтобы всем вместе отметить торжество. Настроение у юбиляра на высоте. Поздравительный адрес президента страны Владимира Путина и главы республики Рашида Тимрезова зачитал глава Абазинского района Руслан Кужев. Поздравляю вас с вашим столетием. Дорогая Цуца Коговна. Уважаемая Цуца Коговна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые свершения. Также Цуцу Коговну пришли поздравить с подарками сотрудники Алашары и администрации аула. Благодаря своей доброте и позитивному мышлению и поддержке близких, Цуца Дагужиева и отмечает сегодня вековой юбилей. Хочу, дисциплина хорошая был, годы хорошие был, как они сейчас, как живут они люди. Сейчас желаю им хороших здоровья, хороших жизней. Цуца Дагужиева родилась в ауле Эльбурган. В военные годы работала учителем. Была секретарем комсомольской организации. 3 месяца была в плену немецких фашистов и подвергалась пыткам. Вскоре советские солдаты освободили Цуцу. В 46-м году вышла замуж в Кубину. Прожила с супругом Османом Дагужиевым более 60 лет в счастливом браке. Воспитали 6 детей, 15 внуков и 28 правнуков. Во всех есть частицы добродушия Цуцы. Вот и весь секрет долголетия. Она добра и жизнерадостна ко всем, от мала до велика, несмотря на свой закаленный временем, войной и пытками характер. Позитивная, веселая все время. Что еще? Жизнерадостная, добрая. Ко всем хорошо относится, даже к самым маленьким. Чтоб долгие годы с нами жила еще. Пока мама есть, мы еще дети. Внуки говорят о бабушке ласково и с любовью. Детство, проведенное под ее крылом, оставило неизгладимый след воспитания и отношений к жизни. Все вместе выросли, у бабушки мы росли, вот в этом доме. И вот нас, как я говорил до этого, 15, да, грубо говоря, 15 человек нас. И мы выросли как родные. Вот, и мы до сих пор вот так же общаемся. А когда человек в детстве, вот бабушка нас всегда учила этому. Как вы сами видите, она ходит, все сама делает. Короче, наша бабушка молодец, умница. Моя бабушка очень добрая, отзывчивая, веселая. Спасибо Аллаху до сих пор, что она у нас есть. Мы ее очень любим. В такой знаменательный день все желали имениннице крепкого здоровья и как можно дольше оставаться в кругу своих близких. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Кубина.